Прочисты сход, святочный концерт и ускладание кветок. Сегодня у Гомеле прошли мероприемства, промеркованные до дня милиции. Подробности в материале наших корреспондентов. Помник милиционерам, которые загинули при выполнении службовых обязанностей, у Гомеле открыли в 2012 году. И с того часу наперед дни профессийного света тут завсёды проходят митинги. Усяго у истории гомельской милиции каля 100 супрацовников, которые отдали свои жизни при охове правопорядку. Серед первых – рижский милиционер Михаил Галдецкий, который загинул под час громадянской войны. И керовник Кармянской волосной милиции Иван Илюшенко не вернулся с работы у лютым 1919-го. Светлана Борисенко стала удовой у листопаде 1993 года. Ее мужу Константину, который загинул у Гомеле под час затримания злочинцы, тогда было усяго 25. Дачцы – 1 год и 2 месяца. Женщина каже, что было вельми тяжко, и им кнется стримать слезы. Было тяжело. Тяжело и для ребенка, тяжело и для меня. Но я должна была держаться. Должен быть дух, потому что я смотрела на родителей, я должна была поддерживать и своих родителей, и родителей мужа. Они должны, у них должен был быть смысл в жизни, это растить ребенка, дать ребенку все, и это должна была внушать я своим поведением. Ну, конечно же, и жизнь это показала, что я думаю, что я эту задачу выполнила. Я все время обращаюсь мысленно к нему. И права я или не права, это наш ангел-хранитель. На сегодняшний день это наш ангел-хранитель. Такую колькость супрацовников милиции у парадной форме можно убачить только подчас урожистого сходу, присвеченного профессийному святу. Сёлета оно отзначается у 104 раз. У будинку областного громадско-культурного центра деющие супрацовники и ветераны внутренних справ. Многие пришли с жонками. Этот день можно лишить и их святом. Без их подтримки мужчинам было бы особливо тяжко. Эту истину подтвердил минулый год, когда супрацовники милиции находились на службе по несколько дней, часто рискуя жизнью для спокоя людей и незалежности державы. Яны продемонстрировали верность присязе, с гонором выполнили свою задачу и сегодня по праве принимают веншаванне. Завтра правоохранники снова выйдут на прессу, как обеспечивать парадок и оборонять жыхароў Беларуси. Гомельская милиция выполняет все поставленные задачи, которые стоят перед ней, и в принципе достойно занимает место в общей системе Министерства внутренних дел. Задачи на 2021 год гомельской милиции поставлены. Я как куратор, конечно же, буду всеми силами и средствами оказывать, способствовать любую помощь для того, чтобы все мероприятия, весь комплекс мероприятий для поддержания общественного порядка и недопущения преступлений, правонарушений в Гомельской области были минимизированы. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».